Куда белгородцы могут сдать пластик? Сортировка мусора? Когда система заработает повсеместно? Несанкционированные свалки? Кто должен решить проблему? Есть ли способы сэкономить на плате за вывоз ТКО? И кто отвечает за контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов? На ваши вопросы 4 февраля в 19:00 в прямом эфире ответит руководитель Центра экологической безопасности Белгородской области Даниил Медведев. Трансляция на телеканале «Мир Белогорья», на радио «Мира Белогорья», на нашем канале в YouTube и в группах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Вы можете уже сейчас оставить вопрос на автоответчике или задать его в прямом эфире по телефону в Белгороде 78-78-01. Оставить вопросы в группах «Мира Белогорья», ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и Фейсбуке. Прямой эфир 4 февраля в 19:00 на «Мире Белогорья».